Выбрав серьезную профессию, каждый из этих ребят понимал, просто в их деле не бывает. Должность ко многому обязывает. Быть честным, справедливым, гуманным, неукоснительно выполнять требования дисциплины и законности. Судя по настрою, они готовы приступить к работе. Теория позади, впереди то, к чему они так стремились – практика. Применение на деле знаний, полученных в престижных учебных заведениях. Среди 46 прибывших молодых лейтенантов – будущие участковые инспекторы, инспекторы дорожно-патрульной службы, оперуполномоченные уголовного розыска по борьбе с экономическими преступлениями, наркоконтролю и противодействию торговле людьми. В первый рабочий день новый состав специалистов встретился со старшими коллегами, которые с высоты собственного опыта преподали пару полезных уроков. Встреча традиционная. Хотим, конечно, еще раз им, во-первых, поздравить с первым рабочим днем. Он у них сегодня. Во-вторых, хотим сказать еще и напутственные слова, чтобы относились к работе добросовестно, брали пример только с лучших и ветеранов, и действующих сотрудников, ну и, конечно, являлись образцом исполнения служебных обязанностей. Помогать в работе и направлять молодых лейтенантов первое время будут опытные наставники. На начальных этапах деятельности им предстоит знакомство с оперативной обстановкой на своем участке. Новоиспеченному милиционеру Артему Мартынову не терпится приступить к работе. Приказ о том, где он будет проходить службу, ожидал с долей волнения. Уж очень хотелось быть рядом с домом, родным городом Кобрином. Носить гордое звание защитника охраны и порядка юноша мечтал еще с детских лет. В детстве я когда-то давно насмотрелся фильма «Кремлевские курсанты» называется. Там рассказывалось про то, как курсанты были в всевозможных условиях, над ними были офицеры, они выполняли различные задачи и так далее и тому подобное. И вот именно эта романтика, наверное, именно эти вот курсантские погоны, именно вот эта вот дисциплина, какое-то чувство ответственности и привело меня в органы внутренних дел. И когда я поступал в академию, шел в первую очередь за качественным высокопрестижным образованием, которое я с успехом получил. И на данный момент хочу утвердиться, на данный момент хочу показать, что эта профессия стоит меня и что я чего-то добьюсь. Получив инструктаж, юноши продолжили знакомство с историей посредством посещения музея Брестской милиции. Далее они совершили экскурсию по мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой». Первый такой насыщенный день наверняка запомнится каждому из молодых правоохранителей, а уже на следующий они приступят к своим профессиональным обязанностям.